Всем привет! Мы находимся в павильоне «Космос». Вот тут нужно отправить послание в другой мир. Вот тут нужно создать телепорт в мир. Немного о музее. Павильон «Космос» находится на ВДНХ. А что тут интересно? А, телепорт. Вот такие, в общем, телепорты. Привет, с вами я, Артур. И вот мы находимся, вот такой вот кинофильм, тут посреди, на круглом экране. Ну ничего, вернемся еще раз, посмотрим. А что ты, вот ты все посмотрел, у тебя создан свой мир. Сделать таким космическим, похожим, схожим с Марсом. У меня с... Как с Марс? Там были фигни. Марсианские напевы. Все. То есть наш час. Давай еще вот здесь вот штучки. Итак, давайте покажу. Ты можешь просто походить и поснимать это. Вот такие вот таблички. Мы создаем послание. Мы создаем послание в другие миры. Верь, действуй. Действуй. Это что? Это думай. Думай. Видишь, какой у нас код красивый получается. С каждым новым. Ладно, не могу всунуть. А вот. Так, теперь. Люби. Люби хочешь? Да. Думай, верь, думай. Сейчас, люби с другой стороны. А интересно, дружи там нету или... Ну и ладно, ничего. Нет, я просто не вижу. Тогда давай еще о любви. О любви. Я уже поставила. Верь, действуй, думай, люби. И все, больше нет. Вот у нас получился такой еще код. Вот... Ну это уже есть. Я хочу вот сюда еще заполнить. Да, пятую. Тут только четыре. Ну что? Четыре действия. Не надо. Давай, отправь послание. Вот смотри, какой у тебя вот такой у меня. Ой, не кёрт, это послание. Послание. Итак, отправляем. Теперь мы подбираем подходящие слова. И вот у нас. И вот такое послание. Мы считаем себя рыцарями святого контакта. Это вторая ложь. Не ищем никого, кроме людей. Не нужно нам других миров. Нам нужно зеркало. Мы не знаем, что делать с иными мирами. Достаточно одного этого. И он там нас уже угнетает. По смыслу это наше послание близко к посланию Станислава Лема. А, ладно, так не удается покрутить. Пойдем еще в тот зал, там снимешь. Да, пойду. Вот такой, в общем, зал. Как так мы могли поспешить чуть-чуть? Вот в такой портал мы с вами входим. Так, тут нету нигде лесенок. Здесь ровно. Я просто боюсь споткнуться. И вот мы ощутились в
зале. А как этот зал называется? Зал? Не знаю, это уже. Сделай мне здесь фотку. Хорошо. Как ты в космосе. Я всем привет. Я в космосе. Так понравилась эта выставка. Мы ничего не поняли, правда, нет?